Итак, ныне говорит тебе Дух Святой. Кламине, кламине, готе сайдет. Я веду народ свой, гепарманы глобайсет. По той дороге сегодня калабанту глайседейтет, которая открытая со всех сторон. Ин кламен фонда гламену райтет. И мой народ имеет возможность сегодня смотреть и направо, и налево. За горизонты гейманту раменейсет. И вперед. Ирконта раманы лойтегейт. И таковые даже есть, которые и назад успевают оглядываться и велико сожалеть в душе своей и в сердце своем, Ава Отче. Но я веду сегодня так народ Кламан Барпене Глайсет, для того, чтобы народ мой был сплочен и научался, Ингламе Найсет видеть впереди. Мигин Пантары Влави Дайсигей. Я есть Господь Бог твой, ведущий тебя, народ мой. Не забывай всего Бебан Клофи Дайсет. И я приготовляю тебя Кона Кламиной Сайды. Я работаю над каждым сердцем Кламен Боты Глайсет. Беспрерывно Ава Отче, для того народ мой, чтобы ты мог выжить и остаться при этом живым, Генфанта регламентай. О, сколько сегодня мертвых и холодных, ремен, ремен, далайды действует, остывает и остывает церковь моя, гламен фраде лайсигей. И потому я, великий Господь, буду заводить церковь свою в ту дорогу, ламон крамен дайсет, где есть горы и препятствия, где есть скалы и ущелья, он кламенсет, где есть низины и туманы, ремен, ремен, дугоми найсет, потому народ мой, сегодня еще время благословенное клабадуре де гесты, ибо я, Господь, даю и даю тебе команды фейдет, милость мою гапарманту лалайсет, и когда введу тебя кламантайсет в узкие дороги, также буду миловать тебя работа гламена гайсет, ибо хочу испытать великое и очистить, ибо много нечистоты в народе моем, ава отче, много сердец, которые не только загружены Лананто ламаны лойсет, но и успели поклониться другим богам. Ремен фаламаны руди дейсет. Я Господь твой кемен глотца дайдет. И я славы своей никому не отдам. Он и гламен форманы глустей. Потому хочу сказать тебе, народ мой, я велико забочусь о тебе и желаю, дабы ты это помнил и ценил всегда. Цени и помни, так говорит Господь. Ингламен фраменейсет. Вспоминай милости мои. Алагон тарфайдет, чтобы вера твоя, она не растворялась, чтобы вера твоя, она не таяла. Олограмен файдет в тумане неверия и обольщения. Ходеклай водограмен ойсет. О, как сегодня обольщение выходит и наступает, Ава Отче. Оно выходит свободой, кемен фрайды глесет, ложью и хитростью и лестью. Ава Отче, так говорит Господь. Народ мой, как многих накрыла сия волна. Ормен бельтарай лейсет дейтет. Велико бодрствуй, бодрствуй, кламен фода гламанду райсет. Питайся моей пищей, которую я отдельно готовлю для тебя. Кемен байтола грамо найсет. Не отодвигай слово мое, моего, ибо это есть для тебя показатель. Келбар дал фараманы лайсет. Я Господь, дающий урожай на эту землю. Омен гот алманы лойзегейтет. И в этом году калманы глосет. Велико благословил тебя. Индай мене гламен файдет. Не будь жаден. Ремен флайду гламен эйсет. Умей делиться и открывай руку свою для ближнего своего без сожаления. А накал мета гламен тейсет. Ибо наблюдаю многих, которые открывают руку свою, а сердце закрыто и зажато. Ламент кармен кламен сайдет. Не буду записывать таковым англамен фрамен эйсет в награду ничего. Ава отче рамен флагу долаби дайсет. И следующий год, который последует за этим. Омен каймен эгласи дейсет. Я также благословлю урожаем. Я сохраню. Алагон тараманы гласит эту страну еще. Ангайсигей ты еще по милости моей. Ава отче. И не будет пока войны. Алагон тормены гейсит. До времени. Так говорит Дух Святой. Но должно тебе приготовиться. Ибо я несколько лет кряду буду благословлять. Так говорит Господь. И урожаем, и хлебом барпандал фары гейды гейсит. Но придет время, когда и в этой стране она кандала файды гейт будет так же теснота великая и голод и военное положение ремен байду кламану ход. И потому хочу, чтобы ты сегодня учился, народ мой, и учился каждый день келбатон де хайдет, чтобы ты не уставал и тебе не надоедало слово мое о мангерман алады гостит. Ибо я не только собираю тебя от оклай в этой седне этом месте,
чтобы видеть славу твою, славу мне, Аман Горфал, дай сегодня. Но я собираю тебя, чтобы ты готовился сердцем своим, чтобы ты имел ухо открытое и истинное предо мною. Мангербайтегей, стремись к истине, так говорит Господь. Избегай всякой лжи, так говорит Дух Святой. Фарпайла граменайсет, будь миротворцем, ламин гарби да гласидей, ибо я есть Бог твой, и хочу сохранить тебя в чистоте и в святости. Почему ты забываешь о святости, так говорит Господь. Аргонтар мене гламин файде гейсет, я есть Бог, а мантал флаги дайсет на всяком месте, и на всяком месте вижу и слышу райгу фламенаса. Поэтому народ мой, пока есть время свободное, калман глуменс, запасайся и запасайся маслом, и слово мое складывай и складывай. О, во многих есть противление, и волна гордости она многих захлестнула. Ран глуменайсет, но я Господь, который знает, как и таковых смирять, а воотче, и как и с такими разговаривать, лагеман гремендайсет. Потому, народ мой, я не хочу, чтобы ты судил кого-либо и осуждал, байгонтайсет, ибо Господь судья есть Бог твой. И если ты признаешь меня твоим Богом и Спасителем, то должно тебе и принимать слова мои и законы мои, гамен фейдей. Ибо посреди вас есть и такие, которые делят законы мои, рамены гайсингейт, которые нравятся и исполняют, которые не нравятся и не подходят, каламасит, они отвергают, лабербен гайсингейт. И от этого возрастает дух нечистый, гофрамен носит во внутренности, а во очи. И говорит Господь, лаган меды гламайсет, пересмотри себя каждый и всякий, уманту сайдет, стоящий на месте предо мною, ремене фонды гласит, приходи на Голгофу, чаще и чаще народ мой, приходи на Голгофу и умоляйся, мангевал вайты гейтет, перестал плакать народ мой, и перестал гореть для меня, рыгал феды гламенайсет, многие делают ганфодайсет, дела добрые, по накату рабойса глаби де гестей, многие перестали творить и рамоны гламен фады гейсет добрые и говорить добрые, а во очи обозляются, ужесточаются сердца у народа моего. Омен глемен байсет, отпечаток всего века, макай фадайсет, ложится и ложится на церквя мои, а во очи, я есть Бог, сила великая, на карману гусет, я могу очистить и освободить во мгновение, так говорит Господь, но не обращается ко мне народ мой. Многие остыли, райду глосит, и нет молитв в народе моем, бармай суламен десит, не только за ближнего нету слез, а во очи, но и за себя кема, турме хайменайсет, о, народ мой, вспоминай первую любовь свою, вспоминай первую любовь и проси у меня, чтобы я, Господь, Бог твой наполнял тебя и сокрушал твою душу, твое сердце, а во очи, дабы оно плавилось и плавилось, клемен боты гейсет, не каменей народ мой, гамен грумен пайменейсет, ибо таких камней разбросано много-много уже, алагон дарфе дагласе дейсет, мне ничего не стоит оживить, алагон дагласе гейт, и из камня сделать человека, а во отче, но я говорю тебе, народ мой, что перестал обращаться ко мне, каман глаби дайсет, человек перестал обращаться, алагон тарменейсет, и просить алагетар флаги дейсет, и умоляться и верить, а во отче, нет доверия мне, говорит Дух Святой, народ мой, ангал миногламенность, не остывай и не останавливайся, так говорит Господь, ибо я Бог, который доверил тебе многое и многих, лемя нагасит, твои домашние также, они в доверии, гапармен тоги дайсит к тебе, потому говорю тебе, народ мой, я есть Господь, который доверил тебе души, и нерфала гасайдет, и ты будешь в ответе за каждую из них. Он дер фигла, манели да гейсет. Поэтому, народ мой, велико воспривай духом предо мною. Возобновляй молитвы, говорит Господь. Есть непослушание много в народе моем. Амен гламен фады гейсет. От того, что народ мой выбирает, что ему удобно. Он те
тебе кайся, ты что неудобно. Ингеребейс, если только малые неудобства, только малые, так говорит Дух Святой, то отказывается и отодвигает, и обходит трудности. Ава, Отче, а ныне так говорит Господь, народ мой, будет такое время, когда ты не сможешь ни отодвинуть, ни отойти. Аркены, пламены, гласы, я многих буду ставить перед выбором, так говорит Господь. У многих будет перекресток, ламантар, минесе, который, на котором придется выбрать полный тайси, гей, путь, амбати, гейсет, куда повернуть, алагантер, файдей, по какой дороге пойти, так говорит Дух Святой. Сегодня расслабление великое в народе моем, амен, и хатисет, и пляшет, и танцует народ мой, и смеется, и лебен, и кломенсет, и легкость великая, и притворство, румен пары мансайды, ты моя сила, она заменена и заменена велико силой человеческой и славой человеческой, рабяды кости гейтит, имена, имена бапары гломенсет, человеку фараманту гостит, возвышаются и возвышаются, так говорит Господь, эндар мэсэдэйтэнта, я умоляюсь велико и становлюсь маленьким, рабенду гостит, и потому сила моя отходит и отступает, так говорит Дух Святой, не греши народ мой, пред очами моими, а во очи, доверяй мне, Богу твоему, потому что я, Господь, хочу вести так, чтобы ты не погиб, чтобы остался жив пред очами моими, чтобы ты предстал предо мною, лемен грас гейдет, с горящим светильником, наполненным маслом, так говорит Дух Святой, манго термене гломен байте гейтет, трубы, трубы, ламон тарманы гойсет, обходите себя, рабай толги дай сидеть, и наблюдайте за чистотою своею, андор теде гелефады гейсет, дабы звук и звук он не был искажен, так говорит Дух Святой, дабы звук был чистым, райсон тармины гласит, ибо я Господь, дающий все сие, или мене лайтун гейсет дейдет, дайте мне место, рамантон минай сидеть, дайте, чтобы я говорил и чтобы я творил, эрман турмана гломен дагасты, доверьтесь мне, дети мои, так говорит Дух Святой, и ломенайся гейтит, и велико будете умиляться от того, что будете видеть и слышать, а во очи, будете удивляться, как будут открываться уши у многих, а во очи, и будете слышать и понимать, ремены фундер фады гойсет, то, что сегодня албара лайсет, не разумеете, так говорит Господь, такого доверия хочу от народа моего, от тебя, народ мой, также, лемин фармин и гламин файде гейсет, и так говорю тебе, народ мой, будь мне верным и стой твердо, ларгуманте ламейси гейт, ибо волны, волны, они будут одна за одной, то одна, то другая, байду гламенс, это волны этого мира, оламару деби тайсет, и они заинтересованы, чтобы сбить с ног мое дитё, рабатул фаду гламайси гейт, а ты, народ мой, должен понимать, ламантар миносит, что у тебя должно быть под ногами такое основание, алаган тайси гейт, что никакая волна не выбьет, и это основание есть я, твой Господь, ибо некогда ты мне обещал и говорил, что буду верным, байва файги ламанты гейт, что буду всегда постоянным для тебя, мой Бог, лагона фрайди гейт, как мало-мало уже звучит, звучат голоса, Господи, вот я, пошли меня, как редко-редко я слышу сие от земли, так говорит Дух Святой, инкламен фрамина глаз ты гейсет, и остывание, остывание повсюду, говорит Господь, потому я и выйду судами своими, я буду судиться с кощунниками, парману глуменс, с лжецами, барпанды глэсигей, и с теми, кто хулит дух мой, аману райсу гойтет, и кто умоляет его и уничижает, лагона грайби дэлэйсет, я также часто слышу и слышу, румин фалмана радайсу лойсет, унижение друг друга, лагора дайсигей, и с такими буду судиться, так говорит Дух Святой, вот суды мои не за горами, так говорит Господь, и я сегодня продлеваю милость великую для того, чтобы покаялся народ мой, для того, чтобы он умолился велико пред очами моими, и я готов всех простить, говорит Господь, и прикоснуться каждому сердцу, лабар санды гейтед, для того, чтобы очистилось оно, для того, чтобы оно заплакало, рагандора байдани сайды, и чтобы оно взвыло и попросило у меня, у Бога великого, милости, аба отче, кайся народ
мой, пред очами моими, хай сей не стыдись, там говорит Господь. Или порофайди гейти, бо я здесь на этом месте, и я есть утирающий слезу, рабондагил, паны гайсы гей, германа гайсы, готы гайсы, и взывай, не стыдись, говорит Господь. Роман слайду гламен поли гей, ибо я ходящий по рядам, я ходящий Бог, лагану райсы, и буду удалять все, буду удалять хилари гейсы, и жесткость, и гордость. Ремен слайду гламен борты гейсы, а ты народ мой гамбар файду гламен айсы, наклоняй ниже и ниже вею свою, научайся уступать друг другу, ибо придет такое время, когда тебе нужно будет уступать, но даже не другу. И когда ты будешь в таком положении, рентал фарадайсы гейтед, и ты не сможешь рабофалду громайсет, ибо гордыня и жесткость будет в тебе, и ты будешь становиться с твоим врагом на одну ступень. Так говорит Дух Святой. И так покрывай все любовью. Роману Турмен Клайсегей, как многим допускаю углы и безвыходные положения, летарман тайзегейты, для того, чтобы умолились, для того, чтобы стали моими маленькими детьми. Майкен фарфады гломенсай, я смотрящий на сердце, я Бог твой, клопармен кломены гайсингейты, я не хочу тебя видеть, антрамена байсегойты, в искусственной радости, рабейсегейты, в притворстве, так говорит Господь, не ходи пред людьми, ходи предо мною, а во очи, в помыслах своих, носи меня, бапай лилей санайты, и я буду видеть мысли твои и сердце твое, кому оно принадлежит, и буду велико благословлять, и никогда не отступлю, а во очи, и буду твоим поборателем, поставлю ангела впереди и ангела сзади, так говорит Господь, и ты будешь ступать, и будешь проходить все силки и ямы, но только народ мой, в великом умолении пребывай предо мною, послушании и в страхе. Аминь, аминь.